Всем привет! И сегодня я хочу с вами поделиться такой интересной темой. Это пришло мне из личной практики записать для вас это видео. Как развивать свою сексуальность самостоятельно? Или можно ли это делать? Конечно, можно. Самостоятельная работа, она также очень важна и нужна. Просто если, например, вы занимаетесь вместе с экспертом, то есть вы пользуетесь услугами еще эксперта в этой области, ваше время достижения результата намного быстрее происходит. То есть здесь идет и во времени, и есть еще кое-какие нюансы, про которые я скажу позже. Смотрите, что нужно делать, чтобы развивать свою сексуальность? Изначально это тело. Это разблокированное, гибкое, раскрепощенное, свободное тело, по которому может легко проходить энергия. Второй пункт – это энергия. Это женские сексуальные практики и практики, направленные на накапливание энергии. Что я имею в виду, когда говорю «женские сексуальные практики»? Это практики, которые созданы именно для женщин, потому что есть универсальные практики для мужчин и для женщин, а есть именно женские практики и мужские практики. Именно эти практики называются сексуальными. То есть сексуальное это имеется в виду, что разделяются, то есть по признаку пола разделяются эти практики. И если обращать внимание именно на женские сексуальные практики, то здесь мы говорим про накапливание именно женской сексуальной энергии. И третий пункт, он является один из тоже очень важных, потому что даже если сделать первые два пункта, то можно все равно не достичь иногда результата или достичь не того результата или не в полномерной, скажем, размере, да, скажем. Это ментальный уровень, то есть это ваши убеждения, это ваше видение мира, это ваши социальные какие-то установки, родительские какие-то программы. То есть это все, что касается ментального плана. Здесь вот уже является иногда сложности. Когда работаешь самостоятельно, очень часто можно наткнуться на такую вещь, как эффект 25-го кадра. У каждого из нас есть такой нюанс, как неспособность познания своего собственного мозга. И это научно доказанный факт, то есть ученые доказали, что единственное, что человек не может познать, это свой собственный мозг. Мы можем изучить свое тело, мы можем изучить свои органы, мы можем познать свою энергетику, мы можем накапливать свою энергию, но до конца полномерно познать свой собственный мозг мы не можем. То есть на 100% вытащить все свои ограничивающие ментальные установки и блоки самостоятельно на 100% практически нереально. И здесь всегда срабатывает эффект 25-го кадра. То есть вы работаете, 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 уже столько всего сделали, и все равно еще где-то чувствуете, что чего-то не хватает. Где-то есть еще какой-то затык. Вот этот как раз затык и является в зоне вот этого слепого пятна, 25-го кадра. И для этого, естественно, намного выгоднее и результативнее иногда обратиться за помощью еще и к эксперту в этой области, который поможет вам найти эти ограничивающие установки и убеждения. Также и при работе, конечно, с энергией и с разблокировкой тела иногда тоже, чтобы сократить, скажем, ваше время и ваши усилия, выгодно воспользоваться услугами эксперта. Но самостоятельно работать тоже можно. И с телом вы начинаете делать внимание особо на раскрытый, раскрепощенный таз. И все практики, которые идут для таза, здесь можно использовать и йогу. Также можно ходить на танцы, чтобы создавать гибкость тела, пластичность тела. Вот ваше тело должно быть свободное. И разные практики с энергиями. Я люблю для накапливания энергии даосские практики. Вы можете тоже поисследовать
Может быть, найдете какие-то для себя интересные тоже практики на накопление энергии. И ментальные установки. Вот смотрите, если говорить про ментальные установки, то сексуальность очень блокируется ментальными установками про секс. Вот наши убеждения негативные, особенно про секс, очень часто являются неким таким табу или ограничением в проявлении своей сексуальности в социуме. Я не один раз и неоднократно вижу это в своей личной практике, когда, например, девушке мешают элементарные убеждения именно на уровне секса, то есть именно к сексу, где-то себя выражать и проявлять так, как она хочет. Это могут быть элементарно, то есть, например, я буду раскрепощенной, я буду легко себя выражать, и я буду легко доступной. То есть, казалось бы, да, эта связь несовместима, то есть раскрепощенная и легко выражающая себя личность и легко доступная женщина, это, казалось бы, разные вещи. Но очень часто у нас в головах эти вещи соединены. Также не раз встречала женщин, которые говорят, если я буду себя так и так вести, я что, буду проституткой? То есть к чему все сходится? То есть свое полномерное, скажем, выражение своей сексуальности, проявление своей сексуальности очень блокируется нашими убеждениями, в том числе и про секс. Поэтому для самостоятельной работы вы можете взять просто даже на лист бумаги выписать свои убеждения про секс. То есть вы пишете «секс – это» и начинаете выписывать все, что вы думаете про секс. То есть что хорошего есть про секс, что плохого есть про секс, о том, что у вас там в голове. То есть вам нужно выписать вот эти критерии. Что вы слышали про секс, что кто-то говорил про секс. То есть вот эти вот параметры, вы на это обращаете внимание, задаете все вопросы и выписываете эти вещи. И с этим списком потом дальше вы самостоятельно тоже можете работать. То есть находите негативное убеждение, начинаете над ним работать. Если захотите поработать лично, вы также можете обратиться ко мне. Я сейчас в основном в большую степень занимаюсь личной практикой. Поэтому приходите, с удовольствием с вами поработаю и приглашаю вас еще на диагностику вашей сексуальности. Это 30-минутная бесплатная консультация, где я вам очень быстро помогу познакомиться с вашей сексуальностью. Вы сможете познакомиться, где именно у вас табу, где именно у вас, скажем, ментальный забор, и даже самостоятельно у вас уже появится хоть какое-то представление, в какую сторону двигаться и как решать свою проблему или просто задачу.